Всем привет, с вами Яна, и вы на канале Болеша Яна. Как вы знаете, скоро уже Новый год, и сегодня мы вместе с родителями и братом будем наряжать елку, а также комнаты, возможно, по возможности. Сегодня будем наряжать елку, а завтра будет праздник День Святого Николая. Меня не было в школе на той неделе, и меня не будет в школе на этой неделе 2 дня. То есть в школу я пойду только в среду. Сейчас я сижу с братом, смотрю с ним телевизор, а точнее я смотрю телевизор, а вот он занят другим делом. Играется куклой, а также он говорит по телефону. Костя, скажи всем привет. Ну ладно, Костя стеснительный у нас такой. Раз ты у нас такой стеснительный, мы будем тебя снимать. У меня уроки, так как сегодня не пошла в школу. Так что еще увидимся. Ладно, пойду узнавать уроки у Полины, так как меня не было в школе, и надо же у кого-то уроки узнавать. Еще увидимся. В общем, позвонила я, ребят, своей подруге узнать у нее домашнее задание. В шоке из-за того, что получается, когда я узнала у подруги домашнее задание, она говорит, что им ничего не задали и что они занимались своими делами, то есть сидели в телефоне, на телефонах на уроке. Я у нее спросила, точно ничего не задали, ну кроме на завтра по основному здоровью. Она говорит да. Я спросила, на среду что-то задали, она говорит нет. Сейчас я буду ужинать, потом мы доубираемся на кухне, а затем поставим елку, будем ее наряжать. Кто-то говорит, что 1 декабря первый день снега. Не знаю, как насчет вас, но у нас 1 декабря не был не снег, а дождь. И он до сих пор идет. Я вам вот что скажу. Снег будет идти 40 дней, грубо говоря, до 23 января. Болею я где-то уже 2-ю неделю. А как раз-таки я заболела из-за погоды. Я умудрилась замерзнуть, и вот так-то и получилось. Потом заболела мама. Вея и Сема заболели. Но в школу я пойду в среду. Каникулы у нас начинаются 25 декабря. А еще я для вас сниму обязательно завтра видео, что мне подарил Святой Николай. А точнее, мама. Хотите прикол? Я, короче, ухода кухни, там висят висюльки, то, что мама сделала из алмаз, там, бусинок. Я, получается, случайно сделала взмах рукой, что не просто их запутала, но я еще и поцарапалась, умудрилась поцарапаться. Естественно, мне потом удалось распутать. Ты ждешь чудо в Новый год, в эту ночь оно тебя найдет. Поверь, мечты свои смелей, и счастье откроет тебе дверь. Оставь проблемы на потом, весь дом наполнится теплом. Этот день запомни навсегда, время летит через года. Посмотри, в небе звезды, это мы. Я укрываюсь от ветра этого снежного неба. Вот мы и нарядили нашу елку, также нарядили комнаты. На этом было все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также внизу в комментариях напишите, нарядили вы елку и ждете ли вы Новый год. А на этом было все. Всем пока! Небе звезды,